Так, я не буду вас долго отвлекать, я просто скажу немножечко и уйду. Во-первых, самое главное, ссылка на карту уже в описании. И скажу две важные вещи. Во-первых, я не смог шить текстурпак в карту, я не знаю почему. То есть я вшиваю другой текстурпак, он работает, собственный, он почему-то не работает. Может, я что-то допустил, какие-то ошибки. Ну, короче, я ставил как бы текстурпак как отдельное. Это ресурспак, а не текстурпак. Кажется, кто-то долбал. Так вот, и также на этой карте можно играть только одному. Даже если ваш друг просто будет летать там в спектре идти, ну, в режиме наблюдателя, естественно, то карта к херам сломается. Так что играйте одни. И да, если у вас есть возможность снять геймплей, то есть снимите, особенно если вы ютубер, то можете на канал зайти только, но не забудьте указать там ссылочку на мой канал, можно даже ссылочку на скачивание. На этой карте несколько концовок, но вы сами увидите, если будете играть. И да, если вы скачали карту и решили в нее поиграть, то отпишитесь в комментах. Для меня это действительно многого значит, потому что я эту карту делал больше года. Это для меня такой большой, громадный, серьезный проект. Ну да ладно, я надеюсь, что эта карта не сломается ни у кого. Будет работать стабильно, хорошо. Вот. У меня все. Действительно, если кому-то понравится эта карта, отписывайтесь. Даже если вы просто будете в нее играть, отпишитесь в комментах. Ну и напишите что-то по трейлеру. А комментарий, который будет самый оригинальный и связанный с этой картой, ну я его как бы закреплю, почему бы и нет. И БКА. Подписывайтесь! Ставьте лайки, пишите комментарии. И да, хоть на прошлом видеоролике немного накручены комментарии, и это никак не связано с картой, но, божечки, спасибо, Сабушка, я тебя люблю, я тебя жду летсплей.